Всем привет! Настало время выходных, и чем же себя занять? Как провести их максимально продуктивно и при этом отдохнуть? Этот секрет раскрою прямо сейчас в эфире телеканала «Самара ГИС» «Афиша», и мы начинаем. Чем примечателен новый Голливуд? Как в свободе творчества удалось ворваться в индустрию, где десятилетиями всем заправляли продюсеры и руководители киностудий? Как коммерческий успех оказался совместим с новаторским художественным опытом? Новые лектории «Герои и антигерои нового Голливуда» в музее Ильдара Рязанова расскажут о режиссерах и фильмах, которые радикально изменили представление об американском кинематографе. Очередная встреча пройдет уже в эту субботу. В Самаре продолжает гостить «Эрмитаж». Выставка-коллекция Альфреда фон Вакана – совместный проект Самарского областного художественного музея и Государственного Эрмитажа, приуроченная к 170-летию Самарской губернии, пробудет в городе до конца января. В экспозиции представлены памятники искусства древнего мира, привезенные Альфредом фон Вакана из многочисленных путешествий. Наступила зима, и самое время заряжаться праздничным настроением. На рождественскую встречу под звуки классической музыки самарцев приглашают в эту пятницу в Кирку. Виолончель, орган и голоса, вызывающие мурашки. В этот вечер каждый гость обязательно найдет вдохновение. Как правильно написать письмо Деду Морозу, чтобы желания, ну уж точно, исполнились? Субботу подскажут в историческом парке «Россия. Моя история». На мастер-классе организаторы обещают еще и научить делать уникальную новогоднюю открытку своими руками. Музыка Сергея Рахманинова, поэзия Серебряного века, и все это в уникальной обстановке особняка Курлиных. В музее «Модерна» готовят настоящий праздник для души в эту субботу. На этом все. Помните, в регионе действует масочный режим. Появляться в общественных местах без средств индивидуальной защиты сегодня, ну, просто неприлично. Сохраняйте оптимизм и выбирайте правильный отдых. Пока-пока.